Приветствую всех! Сегодня мы с вами в Пусане на пляже Хёнде, где проходит фестиваль песка. Все произведения можно разделить на три группы – любители, полупрофессионалы и профессионалы. Давайте же посмотрим все произведения из песка и насладимся этим пляжным искусством. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие прогулки. Всем спасибо за просмотр!